самоизолироваться, то пришлось переквалифицироваться в строителя. Ты решил домик себе построить маленький. Самоизолироваться было лучше. Вот он, смотри, там стоит конструкция. Проведешь экскурсию? Почти доделанная, да, конечно. Вот, смотри, ты проходи. Вот это будет, точнее, это уже есть пол. Вот это вот левая стена, это правая, там задняя. И вот три еще скоро поднимется, и, в принципе, дом-то готов. Как у трех поросят, раз-раз кидал из салона. Вот, фактически уже окно готово, можно выглядывать там кофеек по утрам пить. Кстати, вот удобно прямо, размеры точно рассчитал. Для кофе. Я выглядываю. Правда, это будет не открывающийся. Mm-hmm.